Ученые всегда и везде остаются учеными, даже на отдыхе. Убедиться в этом можно было, посетив ежегодный литературный пикник Дома ученых ТГУ. В этом году местом пикника был выбран Царев курган. Для ученых новые знания, как свежий воздух. Пикник начался с экскурса в историю. Откуда Царев курган взялся? Надо же знать, где отдыхаешь. Не обошлось без вопросов, воспоминаний и легенд о битве Тимура и Тахтамыша. Какой пикник без гитары? Постоянные участники литературного пикника Юрий Лившиц и Мария Воинова. Вместе с ними наши ученые вспоминали песни. Причем песни тоже весьма примечательные. Все их написали тоже ученые. Вроде и литературный пикник, но не обошлось и без доклада. Студентка Олеся Борисова рассказала о творчестве поэта и рок-музыканта Александра Башлачева. И завершился пикник покорением Царева кургана. Несмотря на жару и сильный ветер, участники пикника смело поднялись на вершину. И не столько наслаждались открывшимся видом, сколько вновь слушали краеведческие рассказы. Ну а как иначе? Ученые всегда и везде ученые.